Приветствую на канале Redline. Представляем бизнес-радио «Азовская столица» для тех, кто интересуется зарубежной недвижимостью и вторым экономическим гражданством. Наша аудитория – деловые люди без региональной привязки. Нас с удовольствием слушает Украина, Россия, Казахстан, Грузия, Болгария, Германия, США и другие страны. Радиостанция ориентирована на деловых людей, интересующихся сохранностью и приумножением средств в сфере зарубежной недвижимости, офшорной индустрии, зарубежных банков и второго гражданства. Мы сотрудничаем с ведущими компаниями, и наши специалисты предоставят вам высококлассную консультацию по вопросам вышеуказанных сфер. Мы работаем также с англоязычными компаниями, информацию о которых на русском языке вы не найдете. Мы предоставим вам информацию в виде электронных цветных брошюр, по желанию полиграфии, слайд-кастов, аудиоподкастов, электронной рассылки и статей в блоге по интересующим вас темам. Мы интерактивны в наших соцсетях. Мы онлайн-радиостанция категории Gold, и мы держим марку. Азовская столица. Здравствуйте, с вами Денис Артемов и подкаст Offshore Pro. Второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии и лучший карибский отпуск для тех, кто любит снорклинг, плавание, хайкинг, качественные отели и рестораны. Вы узнаете, почему решение оформить второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии уже в этом году позволит получить билет в элитный клуб богатых и успешных инвесторов, а также организовать лучший отпуск в тропическом раю. Как показывает практика, решение оформить второе гражданство за инвестиции чаще всего принимают люди, состояние которых находится в промежутке от 5 миллионов до 20 миллионов американских долларов. При этом руководствуются инвесторы самыми разнообразными соображениями. При оформлении экономического гражданства они хотят повысить свою мобильность с точки зрения трансграничных путешествий, добиться увеличения качества жизни для себя и своих близких, застраховать активы и семью от нестабильности в связи с последствиями политических и экономических волнений в родных странах и регионах. Им также нужна престижная страна, чтобы использовать оформленный в этом государстве второй паспорт в качестве доказательства своего высокого статуса. Нужна престижная страна с потенциалом, вроде Сент-Люсии, к участию в программе экономического гражданства которой допускаются только иностранцы, состояние которых превышает 3 миллиона американских долларов. Иными словами, решив оформить Сент-Люсийский паспорт, иностранец становится частью элитного клуба богатых и успешных инвесторов. Но это далеко не все. Второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии поможет даже самому умудренному жизнью долларовому миллионеру провести лучший отпуск на Карибах. Особенно если он любит снорклинг, плавание и хайкинг. Известное своими девственными тропическими лесами и пляжами экзотическая Сент-Люсия является самой настоящей жемчужиной Карибского бассейна, очаровывающей посетителей и жителей острова восхитительными пейзажами в течение всего года. От потрясающих живописных пейзажей, как на открытке, и восхитительных пляжей до всемирно известных спотов для занятий подводным плаванием, это место может предложить своим гостям очень многое. Так что срочно собирайте вещи и отправляйтесь в путешествие, во время которого вам точно захочется оформить второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии, если вы еще этого не сделали. Второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии. Чем заняться новоиспеченному владельцу экономического гражданства Карибских островов? Во время визита в этот тропический рай следует в обязательном порядке посетить наиболее часто фотографируемую достопримечательность Сент-Люсии. Речь о вулканическом массиве Питон на юго-западе острова, состоящем из двух связанных гребнем гор – Гросс-Питон высотой 797 метров и Пти-Питон 750 метров. Взбираться на их вершины вас никто не заставляет, но можно побывать у подножья гор, чтобы насладиться великолепным пейзажем и побродить по дождевым тропическим лесам. Посетители острова могут отправиться в двухчасовый горный поход, координируемый службой Национального парка Питон. Если же хайкинг вам не по душе, в качестве альтернативы можете посетить отель Ладера.
чтобы сделать достойное фото для своего аккаунта в Instagram. Если желаете отправиться бороздить просторы Карибского моря в поисках приключений, однодневная поездка на остров Мартиника – это именно то, что вы ищете. Однодневная экскурсия позволит вам поплавать между островами и пофотографировать дельфинов, а также наслаждаться бесконечным разнообразием ромовых коктейлей. По прибытии на Мартинику вы сможете заняться шопингом в роскошных французских бутиках и осмотром достопримечательностей города Форт-де-Франс, а также, если посчастливится, насладиться традиционным креольским карнавалом. По возвращении обратно в Сент-Люсию ваше судно завершит остановку в частной бухте, где вы сможете заняться дайвингом и плаванием. Джип-тур с посещением водопада – самый лучший способ увидеть все главные достопримечательности Сент-Люсии. Тур происходит в течение одного дня и включает в себя посещение плантаций, рыбацких деревень, тропического леса и многое другое. Обученные гиды дадут вам урок истории. Обещаем, что скучно не будет. Во время путешествия по острову в число остановок входят водопад Даймонд и северные источники, где вы сможете искупаться в минеральных грязевых ваннах. После поездки можно будет подкрепиться во время аутентичного обеда островитян. Второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии. Где остановиться и подкрепиться во время визита на новую родину? Между красивейшими горными вершинами вулканической цепи Питон на острове Сент-Люсия расположился пляж Sugar Beach, который долгое время считался одним из лучших белых песчаных пляжей в мире. Рядом с ним находится бывшая плантация по возделанию сахарного тростника 18 века площадью в 100 акров, которая была переоборудована в фешенебельный курортный комплекс Sugar Beach. А в Viceroy Resort на территории этого курорта расположены виллы и коттеджи, а также бунгало и отель с роскошными номерами. Все 86 номеров отеля предлагают гостям возможность насладиться отличным видом. На территории курортного комплекса имеются бассейн, а также площадка для дайвинга. Гости могут наслаждаться и другими водными видами спорта. А после возвращения посетить прекрасный ресторан, являющийся частью сети именитого шеф-повара Жака Кретьена. Благодаря всем этим достоинствам в сочетании с природной красотой Сент-Люсии, отель понравится даже самым взыскательным путешественникам и доставит им истинное удовольствие. Возможность насладиться шикарным видом на горы и Карибское море своим гостям также предлагает отель Jade Mountain, который был построен с использованием смелого архитектурного проекта. А ведь можно получить второе гражданство Сент-Люсии за деньги, переселиться на остров в собственную виллу и наслаждаться подобными пейзажами круглый год. Побывав в отеле Jade Mountain, вы также сможете посетить отличный ресторан Jade Mountain Club, меню которого выше всех похвал. Повышенной популярностью пользуется и отель Cap Mansion Saint Lucia. Если вы хотите максимально расслабиться во время отдыха на Карибском острове, этот уютный и роскошный отель отлично вам подойдет. Расположенный в северной части острова Сент-Люсия, Cap Mansion предлагает шикарный вид на Карибское море. А если вам повезет, то сможете увидеть даже соседний остров Мартиника. Наслаждаясь услугами и удовольствиями отеля, вы можете легко потерять счет времени и в то же время побаловать себя полным спектром спа-услуг, плаванием в панорамных бассейнах, а также великолепием кухни франко-карибских ресторанов. Пусть Cap Mansion Сент-Люсия и не предлагает непосредственного доступа к пляжу, но его гости могут насладиться дивными путешествиями на лодке в Суфриер и Мартинику, организованными отелем. Подкрепиться также можно в колоритном ресторане Morgan's Pier, который способен похвастать эксклюзивным расположением. Он находится на самом настоящем пирсе. Меню обновляется ежедневно, в зависимости от улова местных рыбаков. Повара этого ресторана предлагают множество интересных блюд, которые смогут по достоинству оценить все без исключения гурманы. А когда будет садиться солнце, гости смогут получить ни с чем не сравнимое наслаждение от созерцания заката одновременно с дегустацией коктейля. Еще один заслуживающий внимания местный ресторан называется Rainforest Hideaway,
Согласитесь, не так уж и часто получается поужинать на лодке, пусть и на импровизированной. Если вы любите вояжи, то во время пребывания в Сент-Люсии вы просто обязаны посетить ресторан Rainforest Hideaway, который характеризуется романтической и уединенной атмосферой, а также оригинальным корабельным антуражом. Администрация этого заведения предлагает своим посетителям ужин под звездным небом под аккомпанемент живой джазовой музыки. Официанты и шеф-повара очень дружелюбны к посетителям. Они совершенно точно не отпустят вас голодными. С вами был Денис Артемов. До следующего раза. Спонсор эфира – агентство переводов «Lingva24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете lingva24.net. Зиту Елада, зиту Мариуполи. Νομίζεις ότι μπορείς να φορτώσεις τη ζωή, μια ζωή μου ότι βρεις, σπίτια, μάξια, λεφτά. Νεκρό ξένο κόσμο στη μέση, ας το κορμί μου απ' τα αστέρια να πέσει. Άλλαξε μου ό,τι είδα και Зиту Елада, зиту Мариуполи. Азовская столица.